Последние перед Новым годом выходные многие россияне проводят в магазинах. Ну а мы в минувший воскресный вечер побывали на балу. Сейчас все увидите сами. Какая девушка не мечтает оказаться на настоящем балу? Особенно, если с боем часов карета не превращается в тыкву, а наряд – в лохмотья. Накануне Нового года у чебоксарцев была возможность попасть на настоящий новогодний бал. Даже Золушка в этот вечер не собиралась терять туфельку и убегать. У нее были другие планы. Мы так спонтанно решили совершенно. Вот вчера только я решила буду Золушкой, а это будет мой принц. Бал для вас – это что? Бал, ну, скорее всего, танцы, конечно же, вальс, музыка, развлечения. Праздник горожанам подарила одна из танцевальных школ города и певческая капелла «Классика». Мы уже проводим балы 5 лет. Опыт у нас большой, программа разнообразная, возрастная категория, начиная с первых классов и кончая людьми солидного возраста. Мы пригласили сегодня всех желающих потанцевать, пообщаться. Можно поиграть по-бальному, потанцевать, найти кавалера, возможно. Для тех, у кого танцевальных навыков нет, прямо на месте организовали специальные мастер-классы. Раз, два, три. Раз, два, три. Для того, чтобы вот перед Новым годом оторваться от всей суеты, которая и на работе. И вот проводим этот бал, чтобы окунуться в такую праздничную атмосферу. Но для того, чтобы можно было полностью в нее окунуться, нужно научиться хотя бы элементарно танцевать, элементарные па, элементарные основы. Я всегда с детства мечтала попасть на бал, вот с прошлого года. В прошлом году я не успела попасть на бал, вот в этом году у меня получилось попасть. Я всегда хотела научиться танцевать вальс. И я этому научилась. Это у меня первый бал. Вот всегда мечтал узнать, что это такое, почувствовать этот дух. Вообще нравятся танцы. Ну, а сейчас Новый год, поэтому решила посетить бал. Платье выбирала долго. Как вы сами заметили, я сегодня в меньшинстве, поэтому я сегодня на расхват. Татьяна негодует, а вот сзади меня вот выстроилась целая очередь. Что уж, как поется в известной песне, принцев мало и на всех их не хватает. Однако девчонки в сторонке не стояли. Весело было всем. Подобные балы теперь планируют проводить не только под Новый год. Вероятно, возможность надеть бальные платья, фраки, потанцевать чебоксарцам представится уже ко Дню защитника Отечества.